Балкон над бассейном в спорткомплексе «Родина», словно партер в Большом театре, полон зрителей. Поддержать своих детей пришли родители. Так проходят соревнования по плаванию для воспитанников спортивной школы «Химки». Небольшая разминка в воде, и вот первая шестерка спортсменов по свистку уходит в воду. Этим юным пловцам предстоит преодолеть 50 метров. А вот каким стилем плыть, дети выбирают сами, благодаря формату соревнований. Это соревнование у нас считается как контрольная тренировка, такая, которая входит в тестирование. И мы хотим посмотреть подготовленность детей на данном этапе перед началом основного периода соревновательного. Проверить свои силы и выполнить нормативы собрались более 70 воспитанников спортивной школы «Химки» в возрасте от 7 до 13 лет. Соревновались в четырех стилях – вольный, кроль, брас и баттерфляй. 11-летняя Кристина Фролова поставила свой личный рекорд в заплыве на 50 метров и взяла золото в стиле баттерфляй. Я испытала, даже не знаю, как эти чувства передать. Я была счастлива, что я выполнила разряд намного больше. В ближайший год хочу, чтобы выполнить второй взрослый. Такие соревнования позволяют не только оценить форму спортсменов после каникул, но и построить план занятий на сезон. Ну а лучшие спортсмены школы уже 25 октября будут участвовать в турнире Центрального федерального округа. Андрей Панченко, Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.